Это что так. такое? А что произошло? Что тут? Новый год? С Новым годом? Зрители канала Бридж были большими умницами в этом году и заслужили новую часть лайки. Санта-Клаус, Дед Мороз. Вот спасибо, так. Дед Мороз. У тебя немножко сбилось что-то, это самое, ориентиры, как бы 22 мая. Ну ладно, спасибо, Дед Мороз. Очень вовремя, ладно, спасибо. Ребят, ну слушайте, ну раз я сегодня маленький эльф, пойду, значит, выполнять просьбу Санты. Сделаем вам подарочек на Новый год. Ну, что, поехали. Как вы там, а? Что вы там кушаете? Что у вас на столе? Делаете, что ждете, какой еще подарочек на Новый год? Все рассказывайте. Ну, слушайте, ребят, что вы в мае, в июне ждете на Новый год? Как у вас дела? Готовы? Елочку нарядили, убирали, не убирали еще с Нового года? Делитесь, создадим новогоднее настроение. Мне пока это все по-простому, как обычно. Вот, сижу, пью джюс. Джюс — это water на самом деле. Это, кстати, 11-й выпуск, между прочим. А я один выпуск уже выкладывал и сюда выкладывал на YouTube. И 2 раза пытался его выкладывать. YouTube не понравилось. Я надеюсь, с этим все будет нормально. Короче, кто есть в Телеграме, тот знает. Если что, тот выпуск в итоге ушел на Бусти. Но кто успел посмотреть, а я знаю, успели люди посмотреть, ну, то молодцы. Успели посмотреть, значит. Я с вами тоже чем-то поделюсь. Что у меня есть на столе? Ну, только блеск. Давайте вам тоже блеск. Ну, хотя, ладно, давай. Салатиков пока еще нет, еще не приготовили. Но скоро, я думаю, будет. С салатами тоже. Пойдем к лайке, ребята. Кринж. Мы здесь собрались, чтобы получить максимальную дозу кринжа, которой хватит недели на 2-1.5, ну 3, может быть. Давайте, наливайте детское шампанское. Набирайте тарелку с салатом. Можно это, батон икры. Окей, хорош про еду. Поехали уже, хорош про еду. Блин, ничего не ел, сижу голодный, как мразь. Как обычно, лайки. Вот, понимаешь, вот это вот ни с чем не сравнится, да? Вот это вот, вот то ощущение, когда вот вот первые лайки в выпуске такой показывается, ты такой: да, мы погрузились. Погружение прошло успешно. Окей, ладно. Это прям как тебя окунают башкой просто реально в унитаз. Такой: а! Ты меня очень радостно поприветствовал там, по-новогоднему, по-веселому, скибиди-тойлетом. Вы только знаете, что меня пугает? Вот сняли бы дома, вот вообще как бы без проблем, все хорошо. Но походу... В прошлый раз мы уже видели, когда они снимали с Мелсом. Мелсплей. В выпуске. Там был и тоже скибиди-туалет, ребята, и собачка была, и вообще в целом грустно достаточно это выглядело. Ну, это ладно. Было снято в общественном туалете. Вот бедные люди, вот как им после этого в туалет ходить, когда там побывал уже скибиди-туалет? Там же хоть точно стерильно потом будет, а? Ахахахаха, я в лагере. У скибиди-туалетов появились целые лагеря? Все, ребят, берегитесь, оглядывайтесь, поднимайте сидушки, потому что не дай бог потом вам на такое попасться. Бам! Да. Мне брат и сестра никогда не пердели в лицо. Фу, что за кринж? У нас тоже никогда такого не было. Вау, кринж, это такой кринж. Это, ребята, кринж. Поесть захотелось, если честно, что-то ее после этих салатиков, после Нового года сижу, теряю еде, думаю. Прям такое разочарованное удивление. Сколько же ты клевых семейных моментов упускаешь, а? Не пердишь им в лицо. Ну, знаете, как говорят, ну вот все зависит от воспитания. Родители, походу, палку перегнули чутка и вот так наказывают своих детей. Или, может, наоборот, играют, судя по их выражению лица. А потом они друг с другом так же, все. Кто я такая, чтобы судить? Ну, ладно, пусть пердят. Ой, это жесткий видос. Пусть строят семейные отношения, семейное счастье. Мне нравится вот это вот. О боже, какой кринж. 3, 2, 1. Обычно пукни. Не, ну это, ребята, это походу отдельный раздел пердежный. Мы попали прям вот в это какая-то вот какое-то измерение пердежа в лайке. Подливай пукни. Хотя, справедливости ради, Бридж сама грешила пердежом-то, да? Помним, как вставляла в самых ранних выпусках лайки от меня от детства. Так что, в принципе, я не удивлен, что ей это выпало. Пукни как робот. Настроение в лайке и правда новогоднее. Да, все, по факту. Прям вообще супер Новый год. Атмосфера только так и прет. Что все после новогоднего стола, Новый год, атмосфера прет. Понимаете? И у всех болит одно место. Пусти шептуна.
Пукни как толстый. Пукни как леди. Не, перебор. Я уже не помню, в каком выпуске это рассказывал, да. То ли это было как раз в выпуске с Miles Play, где они вдвоем снимали лайки, либо в том самом выпуске, который два раза пытался загрузить, не получилось, потому что Ютубу не понравилось, и теперь он в другом месте лежит. Ну, короче, пердеж сам по себе смешное явление, по факту. Но здесь мы наблюдаем перебор. Все, уже не смешно, уже испортили. Взяли и пердеж просто испоганили. Опошлили. Так, хорошо. А как пукнуть вот как брат с сестрой? Все, идите переснимать, пока мы всю классификацию не увидим. Драматический пердеж. Полсилы. Короткий. Полсилы. Ладно, давайте о чем-нибудь позитивном все-таки поговорим. С приятными звуками. Вот, например, я нашла звезду лайки. Всем привет. Всем привет. Я Настя. Я новая. Здорово. Звезда Лики. Мне 4 года. Я только учусь. Жить? Снимать эстетику. Учусь, Людка. Только учишься снимать, а уже такая... Снимать эстетику, она сказала. Она понятна. Умница, уже все так хорошо получается. Плевет. Уже и мыло для посуды. А сейчас окажется, что там 35-летний жбан, блядь, сидит и снимает таким голосом, просто что-то говоря. Показала, и сухарики показала. Удаляет жир. Ну это то, что надо нам сейчас для экрана после всех тех прошлых видео. Я просто 4 года даже читать не могла, а она... Я не помню, 4 года это... 4 года это до школы, это получается где-то... Вообще, это вообще, мне кажется, ему я не существовал в 4 года, если честно. Же он и писать умеет. А просто начал существовать с какого-то другого возраста, а в 4 года просто, ну как бы, а какие 4 года? В смысле 4 года? Снимать эстетику? Ну просто золотце. Ну вот бы все в лайки просто брали и снимали эстетику. А? Вот только в комментариях было очень много возмущений, что кто-то... О, я только хотел спросить, а что там в комментариях-то происходит? Там же самые токсичные ребята на свете собираются. Посмел! Назвать себя звездой лайки. Ты не звезда. И звездочка смайлик. Вот типа не очень понятно, добрый это комментарий или злой. Он вроде такой добрый выглядит из-за звездочки, а ты не звезда, как будто бы не очень добрый. Эстетика. Эстетика у тебя. Ксаебая. У тебя. Ты плохая и не звезда. Точка. Вот это прямо, знаешь, как факты. Это, знаешь, она не пришла. В этом нет эмоций. В этом нет агрессии какой-то. Здесь просто факты, язык факта. Ты не звезда. Все. Я просто мимо проходила, решила как бы тебе, ну, написать об этом, чтобы ты просто знал, да? Ты не звезда. Все, я дальше пошла. Просто сегодня плохая погода. Сегодня хорошая погода. Просто факты. Что за мир такой жестокий? Я снимаешь себе эстетику, а ты уже плохой. Кто тебе сказал, что ты звезда? Я сама вижу. Ай, там в профиле название есть АСМР. Правильный путь был выбран, ребят, контент АСМР. АСМР! Ты не звезда! Я звезда! Ты никакая не звезда! Эти разговоры. Я звезда! Ты вообще-то не звезда. Ну, вообще-то я звезда. А кто эти? Я вижу. Ты не звезда. И все. Это вот, блин, это вот, вот интернет. Маленьких возрастов и их разговоры. Вот так выглядит. Да, звезда тут мия. И название профиля. Кей-поп плюс Тим Тин равно любовь. Я не знаю, кто есть. Я Бойко и Блэкпинк, поняла? Я бы еще поспорила, кто у нас тут эта звезда. Вы думаете, вот эти ваши Блэкпинк смогут так вот эстетично снять гречку и гель для мытья посуды, а? Мне кажется, у них и близко не получится то, как сделала вот эта наша маленькая девочка. Звезда. Поняли? Но не только эстетику, сейчас очень модно снимать в лайки. Буллинг вообще до сих пор остается самым главным трендом буллинг во всем приложении. Бля, она как кот, который застрял. Залез там куда-то, типа, когтями застрял. Висит такой, не понимает, что делать. Бэм. Ой, это было больно. Жестко. Садка, вставай. Что происходит? Давай, все, сейчас все получится. Ну, девочка вот выложила видео, как она упала с турника. И она в конце даже сердечко не забыла показать. Он, видимо, знал, что мы за нее не переживали, что с ней все в порядке. А комментаторы... Опа, поехали. Извини, но... Ей
Давай больше не... Не наливать, ха-ха-ха-ха. Не наливаем. А что, тут лайки кому-то еще и наливают? Это, например... Ну, я думаю, что, кстати говоря, справедливости ради, эта девочка выкладывала этот видос, чтобы именно такое и получить. Ну, типа, ей, видимо, это тоже смешным показалось, я не знаю. А зачем еще выкладывать это? Ну, в трансляциях, что ли? Я там только червяков видела. Это оно! Это оно! Это оно! Это про бабку, которая червяков хавает. Ну, как бы, типа, хавает, но не хавает. Но делает вид, что хавает, но всегда на грани хавает. Это то, что Бриш рассказывала. Это реально существует. Вопрос, девочка, ты... Просто, ну, понимаешь, я это я услышал, как бы, в прошлом выпуске. Но ты это слышишь и такой... Ладно, я, как бы, себе создам какую-то такую вселенную, да, нереальную, в которой я поверю в то, что это на самом деле была шутка и не существует. Нет, блин! Блять, это существует в нашей с вами вселенной, прямо здесь сейчас. Ты бухала? Я не делала того, что ты думала. Я не делала того, ты думала. Мне нравится, что Бридж дополняет, но я за то, чтобы читать оригинал. Вот как эти комментарии пишутся, они так и должны быть прочтены. Походу в лайки очень весело всем, когда кому-то больно. Мне ее жалко, тебе не больно? Больно, спасибо, что за меня поволновал. Слушай, а может она наоборот выкладывала с идеей, что кто-то, ну, вот так вот напишет, пожалеет ее? Я не знаю! Возможно, я слишком много закладываю в это во все. Просто они берут и выкладывают все. А я, нет такого смысла, что типа я выкладываю для чего? Нет, просто выкладываю. Просто у меня есть возможность выложить, я выкладываю. Мне типа, я не знаю, там минус 7 лет. Я это делаю просто потому что. Ну ж моя маленькая. Ну ты как вежливо пишет. Зайка, тебе не больно? Очень больно, зайка. Ничего, я поглажу по головке. Сейчас все пройдет, моя хорошая. Давайте поглажу. Ну ладно, все, прекращай играть. Я как-то уже. Что, погладить? Все, хорош тебя, ну. Сегодняшняя доза, сегодняшняя квота гладений, глажки твоей головы, как бы странно это ни звучало. Все, короче, успокойся, блядь. Знаете, что бывает гораздо страшнее вот этого? Когда буллинг процветает в самих видео. Контент Ани из 1 Б. Давай на твой контент посмотрим. Опа-па, разъ... подъехал. Как они это делают? Опа! Опа! Есть контакт. А? Что-то жесткое. Это... А что это было-то сейчас? Я не понял. Какой смысл? Это был буллинг какой-то? Я просто не заметил. Там был буллинг какой-то. Это просто был какой-то набор слов, набор кадров. Больно, не могу на это смотреть. Еще и аккаунт злого комментатора не забыли упомянуть, что вот все перешли. Каждый увидел, каждый перешел на страницу этой маленькой девочки и написал, какая она дура и кринж. Не. Я не знаю, действительно ли начала этот буллинг вот эта взрослая девушка из видео, потому что похоже, что это какой-то фан-аккаунт, но буллинг сработал, потому что под видео 9148 комментариев. Жесть. И все дружно ставят эту... Ха-ха-ха-ха, а-ха-ха-ха. Маленькую проказницу на место. Я очень сильно надеюсь, что автору этого видео получилось все-таки оправиться от этого ужасного комментария этой маленькой девочки. Но боюсь, что сама эта маленькая девочка еще очень не скоро оправится от всего этого буллинга. Ну, зато будет знать, как потом называть чужие видео кринж. Фу, кринж, он все будет знать. На тебе, на место поставили. Вот так мы ее вот так комментариями закидаем. Видео снимем, стёмно, туда-сюда. Ребята, я нашла ее. Самую богатую девочку в лайке. Боже, так, дорогая, так, расскажи так. Нам о себе. Мы хотим знать все. Жизнь богатых, ну-ка давай посмотрим. Выживи один день из жизни. Выживи один день из жизни. Ты не самой богатой девочки в России. Боже, как ты живешь? Скажи честно, вот это родители тебя заставляют каждый день работать и содержать всю семью. Это моя подруга Даша, и она богатейшая девочка в стране. Посмотрим, сможешь ли ты жить как она. Ну давайте посмотрим, не знаю. Ну это тяжело, конечно, в целом, наверное. Но давайте посмотрим и решим. Не надо делать выводы заранее. Да, конечно. Испытание номер один. Выбери образ на день. Блин, все, это слишком сложно. Мне это слишком тяжело. Ну слушай, ну это правда сложный вопрос. $1 000 000. Ну, наверное, толстовку. Ну, то есть если ты... Подожди. То есть тут как бы тест на бомжа и на богача. Ну давайте выберем. Чтобы выбрал богатый человек.
Чтобы выбрал богач. Но я выбираю на день, да, на день. Справа выбираю. Ну, как-то слева. Ну, блин, хотя, может, в этом есть. Слева выбираю. Номер один. Номер один. Номер один. Такая симпатичная вообще. Удобная. Номер один. А, блядь! Я... А деньги кто-нибудь даст после этого, чтобы стать богатым? А как у вас тест работает? Я просто, ну, правильно вроде ответил. А как? Ничего не поменялось? Мне, может, мне счет пойти проверить? Я ответила правильно? Да что? Там деньги упали какие-то? Что-то, это означает, что у меня примут список самых богатых девочек? Два. С каким телефоном ты пойдешь в школу? А в чем разница? Это не айфоны и там, и там. И там, и там айфоны. Что за наебалово? Ну подожди, дорогая, тут их как бы минимум 6. Ну нет. Ты там и там айфоны, как выбрать-то? Не знаю, там, ну с розовым пойду, ну что, с каким еще, господи? Блин, ну ладно. Новенькие. В коробке, значит, новенькие. А я тебе так скажу, выбирай свои коробки, да, а там пусто, блядь, там нет нихуя, потому что уже все в кармане у других людей. Ха, новенькие, это не так работает, это просто коробки. Там коробки. Там коробки, просто с Авито купленные коробки. Ну, удачи. Да, да. Звонить с коробок. А что, старые? Выглядели как новые. Это те же телефоны из тех же коробок, очевидно. Это просто... Меня теперь не возьмут в клуб богатых. Да возьмут, мы правильно ответили на первый вопрос. Сейчас через 5 минут на счет должны деньги упасть. Ты машина, на которой ты поедешь в школу. Должны же, да? Ламба. Ламба. Мерседес. Ну давай ламбу выбираю. Мерседес. Звучит богаче, чем Мерседес. Ну что ты говоришь, ламба. Скукота. А где пони? Не, я в такое не сяду. Ну что это такое? Машина мистера Бина должна быть такая маленькая, компактная. И вообще, когда уже легкие вопросы-то пойдут? Серая еще к тому же. Ой, ужас. Лучше комментарии почитаю. Самый богатый это Илон Макс в мире. Илон Макс в мире. Илон Макс, ребята, здесь с нами. Боже, это же Илон Макс, но самая богатая девочка. Илон Макс. Илон Максим. В мире. Что-то опять нас в лайки надурили, а? Если бы ты была самой богатой девочкой, ты бы по-любому попадала в журналы. Уровня Forbes. Forbes. Самая богатая девочка в мире из Винни-Вонки. Настолько рандомные просто. Вот, причем вот эти комментарии ты никогда, видимо, не поймешь, что там может быть написано. Просто потому что если это пишут какие-то плюс-минус взрослые осознанные люди, да, ну, окей, ты заходишь под какой-то видос, и ты, в принципе, можешь понять, о чем могут написать, и все такое. Как-то по теме самого видоса, может быть. В случае вот лайки вот такие, ты никогда не можешь угадать, что они напишут, потому что, ну... Только что посмотрели в первый раз в жизни, не знаю, там, Вилли Вонку, и такие, нет, вот эти Вилли Вон, ну, короче, давай, что угодно может быть. И это прикол. Это, конечно, просто капец. А кто-нибудь аккаунт девочки из Вилли Вонки можешь скинуть, пожалуйста? По сути, ну вот, тебе очень мало-мало лет, ты маленького возраста, тебе дали телефон, у тебя есть там планшет какой-нибудь, да, и у тебя куча свободного времени, просто дохуя. Что ты будешь делать? Ты просто будешь заходить, просто все смотреть, везде писать. Все, что угодно делать. Вообще ерунда просто. Даже просто на приколе чисто что-то писать. Это прекрасное детство. Но, с другой стороны, да. У нас, конечно, такой возможности особо не было, потому что интернет, по сути, появился, когда уже, ну, все плюс-минус были уже взрослыми. Ну, то есть, типа, не было такого, что ты совсем, совсем маленький, у тебя есть доступ в интернет, и ты идешь писать какую-то фигню просто потому, что вам непонятно что. Нет, все уже как бы такие были, прошаренные типы на момент, когда появился интернет, и... Ну, вот этого не было. Это уже, наверное, получается со следующим поколением это, наверное, началось. Когда вот уже начали рождаться суперновые дети. И они уже начали попадать в интернет. И тогда, ребята, интернет стал совсем другим. Хоть узнать, чем она там зарабатывает. Работа по номерам. Фриланс, если интересует. ТГ. Бесплатно. Работа что? По номерам? Ну, я только это картинки по номерам знаю раскрашивать. А что теперь? Работа по номерам бесплатно. Это вообще что? Зарабатывать можно? Что значит? Ну, прогресс, слушайте. Это надо Forbes. Ага, все, я поняла. Мы теперь узнали, как они заработали свои миллионы. Все, вот вам. Это Илон Макс. Реклама. Ну, ладно, короче, ребят, на самом деле, мне надо с вами кое-чем... очень серьезно поговорить. Ну-ка, что там? Я не знаю, кто такие Барбоскины, но даже в лайке у них какой-то вот, знаете, какой-то мультик. Программы начались. Просто какие-то семейные страсти, ужас. Все в лайке сидят.
это? Это кошмар. Семья сходит с ума. Какая. Ах, ой-ой-ой, там что-то показали. А что нам показали? А что это было? Смотри, это не стесняется, а? Ну вообще, что? Какой ужас. Какая сочная. Ой-ой-ой, ну же малыш, что ты делаешь? Что а такое? Это вообще что? Это что такое? А что происходит? Это уже что-то, какой-то другой контент пошел. Маша какая, гум кроватку. Ладно, дети, ладно, у них там как бы, знаете, еще это развивается в голове все. Может, еще не понимают, а папа? Папа не стесняется. Папа выставил все наружу, и мы на это смотрим. Что? Ой, какая она сладенькая, я бы... Че? С ней в кровати, ух, только жене не показывайте. Не показывайте, не показывайте. Маша, дорогой, не покажем. Ты нам тоже не показывай, пожалуйста, эти ужасы. А то это я в лайки как отправлю. Вот как они увидят. Это как... вот еще один какой-то темный уголок в лайке. Как это все заблокируют, понял? Вот будешь знать. С другой стороны, я даже не знаю, может там им спасибо надо сказать. Вот они стоят на страже наших рекомендаций и не пропускают всякую дичь, за нас ее смотрят. Ну что-то у меня ощущение. Зачем ты нам показывают? Могли бы и, собственно, сами посмотрите на этом завершить. Какое-то, знаете, вот от этих комментариев, что вот они главные потребители такого контента. Так еще и показывают всем. Какой кошмар, наглость выше крыши. Кис. Да что ж такое, тут одно и то же. У тебя такие сочные. Хочу их съесть, займа. Но это уже не детишки делают, мне кажется. Это уже какие-то, видимо, взрослые делают, я не знаю. Слышь, дружок, как вам? Только не налетайте на нее, она моя. Дядя, в таких шикарных вязаных вещах... Что? Почему я на Барбоске? Почему я на Барбоске? Чтобы вы понимали, даже дедушка здесь наследить успел. Го ко мне в гости. Довольный дед такой. 59 тысяч лайков. Это вообще вот как кому? Что? Почему это? Почему это столько набирает? Червячки покажу. Ой-ой-ой, какая горячая штучка. Тимофей, ладно, те два ненормальных, но ты куда? У тебя есть Роска. Все, ребята, все друг другу успели изменить. Понимаете, даже Барбоскиных поглотил этот лайки. Короче, я этих видосов... Бля, их бесконечно. Нашла. И у всех, смотри, 70 тысяч лайков, 50 тысяч лайков, дичь. Слишком много. Я все смотреть, конечно же, не могу. Но у меня к вам просто одна просьба, ребята. Кто-нибудь, пожалуйста, спаси эту семью Барбоскиных. Им уже нужен семейный психолог. Но за кого я переживаю походу даже больше, чем за Барбоскиных, так это за тех, кто попал в хаос Ашек. Ага. Принимаем с хорошим качеством с 12... Чего, блять? Хаос Ашек? Лет или чуть старше. Опа. Что написано? Да. И что вы думаете? В комментариях сотни анкет от девочек, чтобы их приняли в хаус Ашек. Имя Полина, возраст 15 лет. Под Аегис Хиро. Что за под Аегис Хиро? Это типа модель лимитированный. Полинка. Бля, 12 лет курит. Ну, электронки, окей. Какие это... А к этому родители все нормально относятся, что ли, сейчас? Я вот этого понять не могу. Это типа родитель мог, что в 12 лет ребенок ходит и дымит. А, не важно, что это не сигареты, какая разница? Типа это ок, типа, вообще сейчас. Это как-то общепринятая штука, просто мне это кажется дичью немного, если честно. Но если я ну, типа, может быть это как-то уже нормально считается, ребята? Может быть, я, конечно, уже ничего не понимаю, но, бля, в 12 лет ребенок ходит и дымит. Это странно, стрёмно. Даже вот этот прикол с тем, что когда пьют какое-то безалкогольное пиво, мне даже это кажется, если честно, странным. Да, оно безалкогольное по факту. Да, оно вообще не вредное. Ну, то есть, типа, это как... Ну, как не вредное? Такое же вредное, как газировочки какие-нибудь, да, условно. Но, типа, это странная и стрёмная штука, когда... Ну, купи газировку и пей газировку. Когда ребенок пьет пиво, хоть и безалкогольное, но это уже позиционирование, что это пиво. Ну, как будто, знаешь, подготовка к настоящему пиву, там, условно. Я, короче, это странно. Это просто дрянь, понимаете? Может быть, я, конечно, где-то ничего не понимаю, но я, давай, мать, мне кажется, это странно, если честно. Ладно, все, прикольно. Хиро 1, лимитированный. Имя Юля, возраст
20, Чарон Бэйби Плюс. Такие названия, Чарон Бэйби Плюс. Я, кстати, не пробовал электронки, если честно, ни разу. Как-то и желания особо не было. Я, в принципе, никогда не понимал вот эту же тему парить, курить, что-то постоянно. Типа, что это круто. Что крутого-то? Что крутого? Спасито 2. Это, типа, в кино очень может брутально выглядеть, когда вот как-то есть, да, вот этот вот образ какой-то очень брутальный, который был навязан нам в какой-то момент жизни Голливудом. Есть даже фильм про это отдельный, про, в принципе, как этот образ продвигался, про... Там играет этот самый двуликий из Бэтмена. Аарон Экхарт, по-моему, актер зовут. Смотрел, тут молодец. Вот, но никогда не понимал этой темы, если честно. Ну, когда вот это этим занимается... Ладно, взрослый. Ну, взрослый, окей. Как бы кому-то это помогает, не знаю, видимо, как-то успокоиться, нервы, все дела. Но когда этим занимается 12-летние ребята, это как-то, ну, типа, стрёмно. Или 11 Суан. Что это все такое? Я не знаю. Модели, видимо, я не знаю. Слова, будто я читаю тоже какое-то заклинание. Да я даже Ашки не знал, что такое. Потом как-то узнал случайно, типа, ау. Со вкусом энергетика буду покупать, а Еги с Нано Плюс. Примите? Кто-то только собирается покупать. Еще не купил. Может, еще есть? Погоди, а их продают, типа, свободно, да? Возрастных ограничений никаких нет абсолютно? Не попасть. Можно, пожалуйста, пожалуйста? Марьям 11. 11 лет, господи. Однораска. Сейчас не дома. Как буду, скажу название. Умеет делать трюки. 5. Что за... Это конкурентные преимущества подъехали? Трюков. Вот они не умеют, а я умею. Господи, а это... Неважно какие, просто трюки. В хаосе Аши, что ли, там трюки какие-то учат? Там вообще клуб талантов. Делать с этими Ашками. Ты как, вот так вот? Ва-па-па-ра. Ну, типа, можно жонглировать ими, если их несколько. Вот это трюки. Те самые трюки, да? Неплохо, очень надеюсь, что я угадала. Господи. А что, другие трюки? А, подожди. Стоп, блядь, я только сейчас понял. Там какие-то, что другое имеется в виду? Сколько здесь? Я реально подумал про трюки. Ну, типа, какие-то трюки такие прикольные. Там, не знаю, крутиться, там, прыгать через себя, мостик сделать. А там что-то другое имеется в виду? Типа, под этими трюками это не трюки, это трюки? Санкет, я боюсь. А со скольки лет можно? Ты не принята все равно. Неправильный вопрос. Но. Ну, конкурс... Ты тест не прошла. У них ребят, конечно, похлеще любого Гарварда и Принстона. Да, интересно, жестко. Примут ли меня? Ну, в общем, я им написала, и знаете, я потеряла любую веру в это приложение. А что там? Все, что было, оно мертво. Полностью. Итак, фейс-контроль здесь не просто так такой строгий, а потому, что они тебя принимают в группу, а потом просят присылать кружки. Ну, как это назвать? Типа они должны показывать, но тебя не показывают каждый день. Показывают, как курят? Это типа что за... А зачем? Присылают кружки, как они это делают. Я вам блюрну весь этот кошмар, ребят, но боюсь, что даже от этого вам легче не станет. А зачем? Это ты... Что, зачем? Весь телеграм. Это какой-то способ, это как будто, знаешь, это выглядит, я не знаю уж на самом деле, это выглядит как какая-то, как какой-то способ... манипуляции, как способ дрессировки какой-то, я не знаю, типа, знаешь, то есть тебя приучают что-то скидывать каждый день, и через это они потом, там, не знаю, допустим, шаг номер 2, они уже просят не просто скинуть какой-то кружочек, а что-то другое, какую-то информацию, например, скинуть, и как-то вот так вот подсаживают тебя. Либо это реально так, либо я пересмотрел всяких документалок трукраймовских. Канал просто завален кружками от детей и тем, как они ашкудируют. Понятно. Скажем так. Понятно. Это чувство, когда утром просыпаешься, берешь свой подик или одноразочку. Подик. Берешь и... Вообще кайф. Я в какой-то... В этот момент очень сильно испугалась, что вот это все, что мы видим, это придумал какой-то взрослый и сгоняет туда вот всяких вот... Я, кто-то тоже пересмотрел этот документалок. Маленьких детишек. Но нет, это все ведет ребенок знакомство. Да? Я Лера, и мне 11 лет, парю с 10 лет, то есть уже 4 года. В данном случае Ашка. Потом... А кто мешает взрослому типу так написать? Через какое-то время там еще одна девочка появилась. Сколько тебе лет? 13. Не рано. Подожди, а что мешает взрослым типам просто это написать? Я не очень понимаю.
Как бы вообще-то, как будто бы ничего. Надо ли курить? Родители знают. Блин, и чё, нахуй? А, чё, типа, родители... И нормально, да, родителям такие? Ну, курит и курит, ладно, это же не сигареты. Верим. Я-то уже испугалась, господи. Я-то думала, родители не знают. Не следят за ребенком, господи, фу, слава богу. Ну, всё. Всё с одобрения родителей, всё нормально. Всё нормально, ребята, выдыхаем. Комментариев мне еще удалось запечатлеть одну такую там небольшую драму. Почему меня из хаоса удалили? Ой-ой-ой, конфликты подъехали. Так надо, значит. Я не у тебя спрашиваю. Ну, допустим, я попросила, чтобы тебя удалили. Так что... Допустим. И что ты мне сделаешь? А? Что я сделала, чтобы меня удалили? Вот. А может быть, допустим, ничего не сделала? Допустим, ты мне не нравишься просто. Допустим. Вот именно ничего. А то, что я поссорилась-то... Так, а теперь прочитаем, чтобы правильно. Так что я сделала, чтобы меня удалили? Вот именно, ничего. А то, что я поссорилась с тобой, то это нечего не имеет против хаоса. Ой, то это ничего не имеет против хаоса. Во-первых, ты мне много раз говорила, что у тебя пот сломан. И что ты бы делала в хаосе без пода? Фу. О боже, у нее пот сломан. Господи, она не... И она была в хаосе? Ее кто пропустил-то, блядь? Рила, 2 дня? Нам тут такие ловушки не нужны. Бай-бай. Да. Это не клуб неудачников, по-моему, называется, да? Ну, сломан, и чего? У меня есть много других. Если один пот сломан, то это не значит, что мне нельзя снимать видео. Это даже, если честно, так мило все читать. Ну, как бы не мило на фоне того, что, учитывая контекст происходящего, что вообще все прокуривало, вообще так-то пишется, да? И это очень плохо. Но, опять же, на мой взгляд, это плохо. Но это очень мило читается, потому что... Ну, все настолько прям вот наивно, как-то прям по-детски написано, прям такие. И ты как будто ты смотришь, как 2 котика вот так вот дерутся. Для них, ебать, конфликт серьезный. Просто, ну, понимаешь, они еще злятся, они реально, ну, как бы это прям вот, битва сейчас происходит просто. А со стороны ты смотришь, ты такой, там 2 котика. И вот то же самое здесь. Для них это что-то прям максимально серьезное. Ты понимаешь, они вовлечены в это, еб твою мать, это прям... О, блядь, трясет меня, мразь! А ты смотришь со стороны и там... Нечего здесь тебе ловить, это хаос для крутых! Нет, это хаос не для тех, кто крутой считает, он может стать крутым, потому что у них есть пот! Но у тебя пот был сломан! Ты мне не нравишься вообще изначально, тебя нужно выгнать! Так, погоди, нравится тут реакции, а на Бусти их еще больше, там и аниме, и ФНАФ, и сериалы, и мультики. В общем, еще много эксклюзивного контента от Восьмеркина. А ссылочка, конечно же, внизу в описании. Самоинтеграция на этом все. Счастья, радости, удачи. Короче, у них, видимо, условие снимать видео. И пока ты снимаешь видео, ты в клубе. Только создаешь контент. Что появились, тогда у тебя ничего не было. Не, мне нравится, она же ничего один раз правильно, кстати, написала, а потом уже неправильно. Ты как тупая умпа-лумпа за... Так, умпа-лумп, давайте не трогать, ладно? Они вообще-то не тупые, блять. Что значит тупая умпа-лумпа? Это что такое? Это что за... Что за наезд нихуя на умпа-лумп? Я сейчас не понял. Сунула ушную палочку в испарик. Что такое, господи, ужас. Вилли-Вонка весь день преследует, ребят, что такое? Во-первых, тебя... Нет, подожди, этот видос... Да, все, я понял, почему так много Вилли Вонки. Это видос не супер старый, по-моему, ему несколько месяцев. Наверное, он был вот на момент выхода нового Вилли Вонки. И детишки посмотрели Вилли Вонку, и теперь отсылаются на Вилли Вонку как раз, ну, который с Шаламе выходил. Все, все, все стало, я понял, да. А то я думаю, откуда Вилли Вонка взялся? Типа, ну, это старый фильм, чё, откуда они его вообще, они видели его, нет? Ну, да, это новый, наверное, все-таки, новый фильм. Не должно, что я с ним сделала. А во-вторых, я потом через 2 дня купила новый пот, и один мне подарил друг. Все? Все? В группу ее так и не добавили. И слава богу, ребят, фух, господи. Ну, за буржусах поговорили, давайте теперь уже что-нибудь праздничное посмотрим. Вот у детишек лайки, сейчас, кстати, очень это веселое настроение. Я заметил, с первым снегом папа наш. А, я это видел, да, я это видел. Это лицо полное ужаса и разочарований. Снегом папа наш. И боли самое главное, просто посмотри на это.
Решили папе в выходной принести новогоднее настроение прямо в постель, понимаете, с доставкой. Папа зимой! Ну, видно, что папа на седьмом небе от счастья. На Новый год без снега сейчас вообще как... Это забавно. Знаете, не обойтись. А еще на Новый год не обойтись без всяких интересных рецептиков к столу. Так. Нутелла и огурец. Так, нутелла и огурец. Огурчик. Ага, мажем. Намазал. Класс. Бери конфету. Вкусно. Это огурец. Супер! Ну вот на случай, если вы не любите огурцы в оливье, ну что из них можно сделать? Ну вот обмазать нутелле, ну сразу конфетка получится. Точно тогда вкусно будет. Но на палке. Потом пантик. Ну не знаю, ребят, кто пробовал? Ребят, расскажите. Вот стоит мне такое Кириллу делать, ему понравится? Опа, а тут у нас какой-то магический рецепт. Запоминаем. Поцелуй свой палец, скажи имя своей мамы, подпишись на меня, пожалуйста. Бля, как... Что? Ставь лайк, поделись этим видео, напиши комментарий и... И посмотри на палец. Так, у меня своя инструкция. Поцелуй свой палец, поставь пальчик... О, у меня даже логически, кстати, связка есть. Поставь пальчик под этим роликом, подпишись, поставь палец перед собой вот так. Прям за палец загляни, написал ли ты комментарий, если не написал, напиши, но держи палец прямо вот так. Если написал, целуй палец. Все. 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 Посмотри на палец. Так, интересно. Это фейк, не едитесь. Ребята, не верьте, это фейк. Фейк на что? Что-то, а что это должно было дать-то? Я что-то не понял, там было написано разве? Секундочку, я, по-моему, пропустил самое важное. Интересно. Погодите, погодите. Это фейк, не едите. Да подожди ты. Комментарий. Попробуй. А что это должно дать? Это же не написано, что это дает. И посмотри это, на... Это фейк, ребята. Фейк на что, блять? Фейк на что? Там же не было ничего написано. Попробовать? Палец. Так, интересно. Это фейк, не едитесь. Ребята, не верьте, это фейк. Да быть не может, что фейк, а? Вы просто делитесь с нами, не хотите, что с вашим пальцем произошло, да? Вот я, кстати, один тоже такой магический рецепт знаю. Вот подпишитесь на мой канал, поставьте лайк на это видео, а еще подпишитесь на мой телеграм-канал, и потом 1 января под вашей елкой будет подарок. Будет, обязательно, обязательно. Только 1 января 25 года. Все уже, первый, все уже. 25-го года. Уже перевод на следующий год. Да, все правда. Можете сами проверить. Лайки решил меня еще. Эти фейк, не верьте. Не видитесь. Шуточку помучить. Хоть школу я закончила 8 лет назад, но эти красные чернила все еще вылезают в ленте. Сегодня мы проверяем Цепилову Машу. Девятое написано неправильно. За буквой Е. А потом О. И еще с большой буквы. Поставлю пол плюса. Тут надо написать точку, и пятерка пишет. А это что? К чему это? Все, так вот получше. Как тебе? Она пишется, она плохо написала пятерку, кстати говоря, очень плохо. Точку? И пятерку получше. Вот сюда вот можешь. У нее пятерка была хуже, чем та оригинальная пятерка. Ничего не хочу сказать. Но за пятерку я бы поставил ей двойку. Показать код правильно. Смотри, какая мерзкая пятерка. Жесть. Вот эта пятерка, ты смотришь, ну пятерка нормально, понятно. А это что такое? Что это за хуйня? Это как будто бы какой-то дракон, блять. Как будто цветок какой-то нарисовал. Не, ну это не пятерка. Это не серьезная пятерка. Ты уж извини, но нет. Не принимается. Тоже правильно. Арбуз пишется с буквой А. А что это такое? 55 тысяч лайков. Блин, столько там лайков это все собирает. Плюс-минус. А сирень пишется с буквой И. За всю работу Машеньке поставлю 4. А тебе за твою проверку двойку. Ура, она все-таки проверила, капец. Такая домашка большая была. Я жестко, думала, жестко. Она ее никогда до конца не проверит. А представь каждую так проверять. Снимаешь чисто ТикТок на каждую домашку. Теперь понятно, почему она дебилова. Теперь понятно, почему она дебилова. Проверяем дебилову Машу. А, этот юмор типа, окей, юмор, смешно, смешно, да. Ух, какие дети строят. Блин, крыськи такие. И пошли в
комментариях. А, ну, хорошие учителя, может быть, да, выйдут. Но не только красная ручка мне возвращается в кошмарах, но еще и форма. Неделю хожу в школу в разной форме. Так. Ну, белая рубашка, штанишки и корсетик. Ага. Ну что, клево, ну почему бы не скрасить? Это школьная форма, типа такая. Себе вот так настроение для этой формы. Выглядит неопрятно. Не позорьте, пожалуйста. Сюда! Туда ее! С этим корсетом. Ну-ка про корсет отдельно напиши. Что за крин? О, кринги, кринги, да. И выглядит ужасно. Мятая рубашка. Во, корсет вообще не в тему. Я ждал этого комментария. Корсет вообще не в тему. Круги под глазами. Просто убили. Ну, круги под глазами, это вообще часть... Зло, зло таится в комментариях, в лайке. Формы. А что вы хотели, да? Вот мы все так ходили. А еще, походу, в ленте я наткнулась на спойлер, новый... Она сказала в ленте, у меня в голове лента возникла, ну, магазин, типа. Я думаю, какая лента, куда что? Серия «Побеременна в 16». Гопес для других ощущений. Ощущений. Го. Другие ощущения. Очень милые ощущения такие, добрые. Но знаете что? Смутило меня не видео, а смутили меня... А меня смутило то, что я все это замажу нафиг, потому что Ютубу очень не нравится, очевидно, по тому самому выпуску. Меня все еще триггерит и жопа горит, если честно, ребят, с того выпуска. Я прям его делал специально под ютубчик. Он прям большой получился, по-моему, 50-минутный, если не ошибаюсь, или 40-минутный. И было гиперобидно, гиперобидно. Ну, кто в телеге есть, тот, так сказать, мою обиду слышал. Комментарии. Видно, оба ушли после 5-го. Никнейм какой-то. Пиши мне в ТГ, если ты девочка. Что? Сын Сани Монтажника. Никнейм. Пиши мне в ТГ. А вот это странно. И стрёмно. Если ты девочка. Опять? Еще писать не научилась. Это опять PDF, что ли? А уже ребенок. Пиши мне в ТГ, если ты девочка. Какой-то очень странный байт. Ну как бы что-то тут нечисто, да? Я написала этой девочке. Угадайте, так. Что случилось? Привет, я Аня. Я в маленьком городе живу, ты его не знаешь. Как дела? Ты подругу ищешь? Я какое-то время этот аккаунт... меня поигнорил, а потом как написал без контекста и с каким-то очень рандомным набором сообщений, и вы мне предлагаете верить, что это пишет девочка 15 лет? Это как-то подозрительно, да? Терпение лопнуло. Вау! Господи Иисусе! Ну, это уже конец. Выпуск зак... Выпуск, выпуск заканчивайте, выпуск... О, смотри, оп. Опа! Ну, почти. Выпуск заканчивается, ребята. Смотреть на это даже не могу. Да. Сами вы садисты. Кошмар какой-то. Всё, ребят, я надеюсь, вы чутка повеселились к этому. Не знаю. Новому году, думаю, давайте... Ну, к Новому году, наверное, да, в целом. До Нового года. До Нового года, ребята, кринжа, набрались нормально, да, до Нового года хватит, недостаточно, или смотрим еще лайки. А, вот такой вот выпуск, лайки 11 от Бридж, ребята, ссылочка на оригинал, естественно, внизу, такая вот реакция, если пальчик, комментарий, подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропускать, зайди обязательно в телегу, там вся информация про ролики, реакты и все остальное, и есть бусти, где выходят реакции на то, чего нет на ютубе, это анимешки, фильмы, сериалы, мультсериалы, мультфильмы, короче, все, чего на ютубе не выходит. И не может выходить по понятным причинам. Авторские права, там все дела. Все. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.